Все, я готов. На счет три. Ладно. Раз, два, три. Парашют не открывается, нет! Я выжил. Блин. Парашют поганый не раскрылся. Эх, приземлился еще хорошо, что на дом. Блин, голова болит. Шлем не настолько сильный. Вот почему я не приземлился вот сюда. Есть охота. Блин. Для чего я здесь? Ничего не помню. Эх, что же делать? Надо вспомнить. Что это? Рассвет. Сундуки какие-то. Эй, ты открывайся, козлина. О, какие-то вещи. Блин. Это есть. Ты. О, деньги, мани-мани. Это еще пригодится. Что это тут? Это уже есть череп. Телефон. Вода, вода, пить охота. Фух. Блин, где это я оказался? Как я сюда попал? Что тут на телефоне? Нет, это не мой телефон. Какой-то Роберт. Вот там человек. Я в военной броне с автоматом. Значит, я на задании. Но какое задание? Может, с вышкой что-то? Ой, там военная база. Значит, там, туда надо. Надо промахнулся. ЗВДВ. Блин, тут закрыто. Что ж делать? Может, тут какие-то сундуки? Нет. Все пусто. Еще эта бутылка. Вот тут что-то есть. Вода. Хорошая вода. Пригодится, пить охота. Что же с этим телефоном делать? Звонить не ловит. Может заснять влог? Ладно. То есть, только надо какое-то прозвище придумать себе. На кличке майор. Тут Майнкрафт. Ну, можно соединить Майоркрафт. И все перед сами Майоркрафт. Я вот в таком же вот апокалипсисе. Я буду сегодня выживать, и там какой-то человек. Я не знаю, он хороший или плохой. Но уже ночь наступила. Что-то я боюсь выходить. Но надо попробовать. Вдруг он хороший, он узнает, где я. Эй, чувак, ты не знаешь? Эй, ты чё? Кто там? Кто это такие? Умри, умри, козлина! Еще какие-то. Вы добрые? Что-то я сомневаюсь. Кыш, не подходи! Блин, двери же закрыты. А что делать? Давай, давай. Ломайся, козлина, ломайся. Давай, толкай, толкай. Козлина. Надо и сопротивляться. Надо открыть и быстро стрелять. Готов, козлина. Фух, я еле выжил. Я продолжаю свой влог. Я смог еле-еле подвинуть этот... ящик. Бродяга оказался опасным. Но там какие-то были еще люди. Но они чем-то заряжены. Больше никого не видно. Там остались какие-то вещи. Может, там будет сеть. Надо будет забраться на вышку. Но туда далеко. Вдруг еще кто-то меня заметит. Но у меня, правда, есть автомат. Но пока ночь. Может, лучше подождать? Да, лучше я подожду. И посплю. Я продолжаю свой влог. Вроде никого не видно. Никто меня ночью не напал. И это хорошо. Я лучше вот так вот выйду. Надо аккуратней. Эй, блин.
ногу подвернул. Кто это? Ты же умер! Я же убил тебя! Надо зарядить, блин, он разряжен, нет! Бри, козлина! Готов. Блин, куда идти? На вышку или на военную базу? Скорее лучше найти на военную базу. Там будет безопаснее, если там есть люди. Еще голова болит. Кролики. Дороги заросли. Эй, кто-нибудь? Хе. Думаете, меня это остановит? Ха! Блин, никого нету. Военная база пуста. Как же так? Может, что-то в сундуках есть? Тут записку оставил. Какой-то запертый сундук. О, аптечка. Хорошо. Или, блин, маска. Не нужна. Лопата. Опа. Это будет, наверное, получше, чем мое. Мой нагрудник уже сломан. Эдбэджет хороший, но он уже поломан. Слишком уж я уж приземлился. Опа, сапоги. Слава богу. Теперь полностью экипирован. Но патронов осталось мало. Что же нам делать? Кровь повсюду. Что же здесь произошло? А, тут кнопка есть. Вот тут карта есть. Надо ее как-то снять. Е, у меня теперь есть карта города. Там город. Может, там мне помогут. Лучше открыть, хотя... Вдруг там еще кто-то будет. Они вроде не умеют через забор, как я, перелазить. Здесь хорошее укрытие. Здесь она нигде не разломана. Вроде... Нет, она разломана! Надо быстрее все проверить и валить отсюда. Может, этот и пустой. Факел мне пригодится. Это темнота здесь. Тут может что-нибудь? Бумага, бумага и ничего. Еда сырая. Мне не нужна. Может, тут что-то есть. О, патроны! Мои подходят? Эх, вроде не подходит. Блин, что же делать? Мне нужны патроны, срочно. Опа. Это будет похуже, но тоже сойдет. Патрон подходит к ней? Да, это от ее патроны. Ничего себе, как тут все заросло. Тут давно никого не было. Все-таки надо идти к вышке. Может, там я поймаю сеть телефонную. Немного еды. Надеюсь, хватит. Блин, как тут перелезть? Давай, давай, давай. Е, перелез. Бомж опять очнулся как-то. Похоже, один из них. Слышь, ты бомж. Ты, да. Блин, она не стреляет, она не стреляет. А, все. Да, все. Будешь знать, как ко мне подходить. А, наверное, в следующей серии я уже дойду до этого. А пока заканчиваю свой влог. В следующей серии мы будем на той вышке. Всем покедова! С вами был Майор Крафт. Хочу сказать, тебе сказать, ты лайк поставь и подпишись. Если подписан, значит лайк поставь.